Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас битва замков и выходит, наконец-то, столько времени прошло, выходит долгожданная, хотя не факт, рубрика про яйцо. Давненько всего этого дела не было, давайте назову это видео «Яйцо 2.0». Как еще назвать? «Яйцо 2.0». А фишка заключается в том, что, во-первых, давно не было. Во-вторых, сейчас будет серия видосов про яйцо. Будем качать там, фапать, что только делать не будем. Это рубрика, которую я развиваю с нуля очень долго. Если бы я почаще играл на этом аккаунте, я бы как бы уже бы был топом. Я бы уже был просто топ-1 русского сервера. Это без доната все, как вы видите. Далее, рекламируем гильдию под названием Castle Sunrise. Ребятушки, нужны туда бойцы. Молодые, от 250 тысяч силы, которые не сливаются на битве гильдии. Так? Так. Так что, если что, берем, вступаем, если хотите играть вместе с яйцом. Также поставь лайк, если для тебя яйцо очень важное. Вот, у тебя важно, вот у тебя важное яйцо. Ты любишь свое яйцо? Ставь лайк, и тогда почаще будешь смотреть видосы про яйца. И пиши в комментариях. Вообще, напиши историю своего яйца. Ладно. Не суть. Так как рубрики давно уже не было, вот, давайте сегодня мы ее сделаем лайтовой. А именно, откроем целую кучу невероятнейших ништяков. Вот. Готовимся к большой прокачке на аккаунте. Также попробуем сегодня вместе с вами распаковать 6-ю таблетку. Ну, так что не знаю, с чего начать. Также, я не помню, в прошлом видосе я вам рассказывал, не рассказывал, ребзя, я прошел 5-ю кошмарку без доната, по сути, 2 героями, и это невероятно круто. На стриме вроде проходил, использовал Ронина и Командору. Командора — это, конечно, тема для прохождения локаций без донатными аккаунтами. А далее, ну и волну Т прошел, как бы скоро будем штурмовать АА волну и так далее. Но опять же, да, у меня есть кого качать. Это у нас Фрея, и это у нас Анубис. Будем их обязательно прокачивать. Также многие кричат по поводу того: «Князь, когда роллинг самоцветов, у тебя 30 тысяч, не будет роллинга героев». Не вижу смысла, потому что целая куча хороших героев у меня на аккаунте еще не прокачана. Мне есть кем играть, потому буду их качать. И со временем будут падать нужные герои. А если они уже не будут падать, тогда просто по факту, ну, тогда буду ролить. Да, уже других вариантов не остается. Также хотелось бы отметить тот факт, что лучше эти самоцветы потратить на созвездие, потому что вот, к примеру, я вам покажу. Смотрите фишечку. Смотрите, куда я хотел зайти. Я хотел найти алтарь. Вот заходим в алтарь. Бесплатная попытка роллинга. Опа, да. Заходим в алтарь, смотрим. Вот у меня Ронин. 10-й прорыв. Да, 10-й прорыв. Ронин, Командора, 10-й прорыв. Они там прокачанные, вот. Ну, прокачанные, короче. Они молодцы, они крутые. А по факту все равно как бы недостаточно. А проблема заключается в том, что созвездия нету. И вот надо будет ролить как-то эти созвездия. Я думаю, что, может быть, даже в этом видео начнем. Ладно, не суть. Для начала заходим сюда. Или нет, не для начала. Сначала мы попытаемся ускорить открытие 6-й таблетки. Потому что, ну, как бы, все будем здравыми. Я торможу с прокачкой данного аккаунта. А 6-я таблетка — это очень важно. Чтобы открыть 6-ю таблетку, надо 4 мельницы маны качнуть на 16-й уровень. Надо 4... золотых шахты качнуть на 16 уровень, да, и как бы еще там что-то, а вот лагеря, и тогда у нас будет счастье, тогда у нас будет добро, тогда я смогу 6-ю таблетку открыть. Она очень важна, как вы понимаете, для аккаунта. Раньше, когда у меня был Тунец и основной аккаунт, мы мучились, короче, ковырялись, все было очень грустно. Но теперь просто посмотрите, накопилось на бездонатном аккаунте такое количество вот молотов гоблина. Они увеличивают скорость постройки. Сейчас мы попытаемся это все вместе с вами сделать. Не знаю, насколько у меня хватит ресурсов, но как бы сейчас здание нужно для открытия 6-й таблетки прокачать можно невероятно быстро. Вот, к примеру, смотри, вот у нас, допустим, вот эти вот 4 здания. Надеюсь, маны хватит. Смотри, надо 4 штуки, да? Какое у нас тут самое слабое? Ну вот, допустим, 11 уровня. Берем, жмем ускорение.
Тут у нас 14 часов. Это значит, мы берем на 12 часов один сундук. И потом на 1 час. На 1 час берем. Дальше пускай он 2 минуты докачивается. Далее, тут ускорение. Смотри. Тут у нас на один, грубо говоря, день, да? Один день осталось. Значит, берем на один день. Открыть у нас 154 таких штуки, да? И давай дальше сразу на 12 часов. Бац, и вот докачалось. Можно брать и сразу следующий строить. Отлично, смотри. Тут у нас что получается? Три дня просто. Раз, два, три. Дальше на 12 часов и два раза по часу. Ну, давай три раза. Опа. И хорошо. И прямо замечательно. Уже 14 уровень, да? Снова мы ставим строиться. Снова ускорялка. Тут 4 дня. Раз, два, три, четыре. Вот, отличненько. Дальше и один на 12 часов. Все, у нас, смотри. 15 уровень. Улучшить. Короче, давайте я сейчас попробую взять и все это быстро замутить. И по хлопку будет магия монтажа, и вы узнаете вообще, вот можете на паузу поставить видео, написать, смогу я себе открыть шестую таблетку или нет. Но вот, как бы, а потом узнаете, вы правы или не правы. Короче, хлопок, бац, магия монтажа. Просто гнилые люди есть. Бум. Так, можете поздравить, мне всего хватило, смотрите. 4 мельницы 16 уровня, 14, 4 шахты 16 уровня, 4 армейских лагеря 16 уровня, 4 хранилища, и того мана и золота тоже 16 уровня. В принципе, ушло достаточно немного, я боялся, что, может быть, у меня золота и маны не хватит, но все хорошо. Я это мог уже сделать давно, но все никак не мог добраться. Вот у нас новая таблетка, с чем вы меня, ребята, можете и поздравить. Я возьму вот даже... Как-то вот так вот сделаю. Вот так вот сделаю. И, смотри, вот перемещу. Я мне даже переместить не могу. А, ну вот потому что здесь эти... Здесь бомбочки. Мы сюда ставим. Смотри, у меня тут 15-го, 15-го, 14-го, 11-го, 1-го, 14-го. Теперь, короче, просто, смотри, улучшить. И, короче, у меня еще остались эти... молотки. Я возьму наконец-то все таблетки до 16 уровня, улучшу. А потом уже, наверное, вот буду ставить. Ну, хотя ратуши я, в принципе, сейчас могу поставить строиться. Так. Потом я буду эти молотки тратить на то, чтобы улучшать хранилище золота и улучшать хранилище маны. Пока что вот мы берем ратушу, улучшаем, да, нам дадут возможность построить новую башню. Смотри, здесь мы... Ой, давай лучше за два самоцвета. Короче, это уже все, без вас сделаю на видео, ну, по крайней мере, можете поздравить, наконец-то, 16-я таблетка. И по факту она у каждого, кто играет без доната, может появиться очень быстро, потому что эти молотки зачастую очень часто раздают... раздают ребята бесплатно. Вот. Далее, что хотелось бы отметить. Видите, тут не было времени, не участвовал в этой акции. Надеюсь, что вот что-то в этой бесплатной акции хоть успею забрать. Ну, по крайней мере, мана и золото. И вот эти сундучки, было бы классно. Дальше там уже, ладно. Ладно, переживем. Вот, там уже слишком крутая для меня награда. А теперь давайте возьмем и откроем. И откроем ништяки. Кстати, тут у меня доступно. А, смотри-ка, здесь золото. Слушай, я вот эту штуку тоже, по идее, могу качнуть. Давай, используем. Правда, ну, окей. Дальше видишь ману. Блин, значки почета. Ну, хотя с книгами у меня проблем нету. Давай-ка немножко возьмем, тоже улучшимся. Ману на максимум, золото на максимум. И сейчас, ну это же просто тоже дает тебе, по сути, суперсилу. Так, дальше. Смотри, маны не хватает. А сколько у нас вообще накопилось? А давай пошли уже открывать ништяки. Так, начнем с самого неинтересного. Ну, хотя это по факту тоже очень нужная вещь. Как бы эти книжечки, да, мы играем без донатика. Это все нужно. Так что давай, быстрее все открывайся. Книжечки, пускай, пущай книжечки будут.
Вот, и я не знаю, может сегодня попробовать созвездие как-нибудь по-дешевому пароли с героем. Мы играем без доната, потому, в принципе, мы сильно надеяться на пятые какие-то созвездия не будем. Можем вот Ронину и Командоре попытаться что-то выбить. Так, это мы оставляем дальше. Ну, с этих легендарных карт мы по факту ничего ни на что не надеемся. Тут на что мы надеемся? Ну, наверное, на камушки для прокачки судьбы. Камушки прокачки таланта. Вот, давай. Открываем. 5000 кулаков. Неплохо. Кстати, я вам покажу, сколько накопилось на яйце кулаков. И это при том, что я мало заходил в игру и не всегда даже в бесплатной халяве участвовал. Тут мы надеемся непосредственно, ребята, вот на эти вот слизи, потому что они нам нужны для прокачки. У нас какое-то количество их откопилось, но, к сожалению, как вы видите, нам они не упали. Идем дальше. Тут с этой карточки я ни на что не надеюсь. Дальше, сундук гильдии. Ну, как бы окей. Сундук гильдии, пущай будет. Это тоже открываем. Так, здесь на что мы надеемся? Здесь мы надеемся, наверное, ну вот, кулачки, камушки. Давай, открываем. И две крутые карточки выпало. Что мы можем отсюда ожидать? А в принципе ничего. У нас Фрея есть. Фрея есть. Седна. Седна, слушай, у нас тоже вроде была или нет? Была у нас Седна? Или не была? Давай. Седна, блин, а может ее не было? Так, у нас, конечно, дофига чего нету. Королева Ос. А, слушай, у нас Седны, походу, нету. Ну, по крайней мере, она не распакована. Слушай, у нас Седны нету. Да, мы можем надеяться на Седну. Ну-ка, давай одну открываем. Да! И у нас появляется еще и Седна. Отлично. Ну, вот тоже надо будет как-то прокачивать. За какие ресурсы? Фикоз. Не, ну есть ресурсы. Так, тут мы надеемся непосредственно, ребята, вот на эту штуку. 30 штук, это, то есть, это все эквивалент КГшкам. Вот, у нас есть, этого нам хватит, чтобы героев прокачать на 10 максимальный уровень. Но просто не забывайте, чтобы сделать вторые эволюции героям, мне нужно. Мне нужны КГшки. А КГшек, как вы видите, не очень много. Их 111 тысяч. 200, ну, кулаков даже больше, чем КГшек, понимаете? Потому, смотри. Заходим на склад и давайте, держите за меня кулачки. Давай. Давай-ка по одной открываем. Священный огонь. Ну окей. Мне нужны эти слизи. Эй! Ты чё? Не, давай сразу три откроем. И не выпало! И не выпало! Вы представьте. Просто взяла и не выпало. Зачем-то мне эти коробки, господи. Ну что ты? Ладно. Дальше тут. Ну, тут как бы окей. Ну, книжкам буду рад. 600 книг, окей. Окей. Так, тут как бы тоже все такое. Здесь, ну, много эмблем не бывает. Давай ремок. Ну, такое себе. Тут что? С первой эмблемой. Ну, тут как бы, тут ясно, понятно все. Набор почтения. Окей. Пускай будет. Так, скины. Тоже такое себе. Праздничный подарок. Ну, сами понимаете, тоже фигня. Блин, я надеялся, что я хотя бы еще 30 этих слизи возьму. Так, окей. Хладного призрака скоро соберем. По поводу него можем не париться. Так. Здесь тоже что-то получили. Угу. Ну, КГшки, окей, хорошо. Сейчас подведем итоги, сколько у нас по ресурсам. Так, герой... Подожди, мне еще, знаете, что интересно? Сколько у меня этой штуки для прокачки... ну, этой новой валюты для прокачки титула? А, 63. На самом деле, не так уж и много. Не так много, как хотелось бы. Но, с другой стороны, надо тоже плюсики поискать, потому что... Мы можем без угрызений совести быстро взять это дело и прокачать. Так, это мы открываем. Это мы открываем. Кулаки. Кулаки нам тоже, ребят, пригодятся. Так, смотри, заходим в титул. Просто изи, бац.
Ага, маны не хватает. Ну, это нас, ребят, не остановит. Тратим ресурсы. Хотя, конечно, эта мана тоже пригодилась бы для прокачки героев. Но не суть. А, так, летим. Как вам вообще, пишите в комментариях такие достаточно, ну, разнообразные действия на видосах. Так, золота не хватает. Слушай, когда же у нас закончится это? Ну ладно. Золото открываем. Ману тоже открываем. Титул надо прокачивать. Он дает нам мощь. Снова золота не хватает. Я же, походу, сюда сейчас золото все потрачу. Это реально на пару раз осталось. Не больше. События. Да что я все в эти события пытаюсь залезть? Давай, опа. Маны не хватает. Слушай, да это бесконечно можно качать. Это реально можно бесконечно качать. Но на самом деле лучше с этим не затягивать, потому что потом ты запаришься это в один момент, одномоментно все качать. Хочу докачаться до того уровня, ну, пока у меня не закончится эта специальная валюта. Давай. Ордена жалко то, что тратится, понимаешь, орденов, с орденами проблема, орденов не хватает. Так, ну да, ага. Ну и все, как бы у нас это добро, по сути, кончилось, да? Снова маны не хватает. Давай уже просто вот последнее собираем. Тут последнее собираем, и, наверное, нам... Да, и, наверное, нам не хватит получить все. Да, нам маны не хватает. Ну, потом ее где-нибудь, ребята, возьмем, набьем. Далее, что нам хочется сделать? Так, разобраться со складом. Смотри, уже 4000 книг. КГшки все открываем. Тут 18 тысяч. Значки почета. Ну, со значками почета это единственный ресурс. С чем проблем на самом деле нету. Угу. Так, это тоже ящик красных кристаллов. Пускай копится, нам не жалко. Это можем открыть. Угу. Угу. Так. Ну, вот этой штуки 63. Это мы тоже открываем. Ну, как-то... Как-то так, друзья. А далее. Смотри, книг. Ну, с книгами, конечно, тоже прекрасно. Вот смотрю на то количество книг, и прям душа радуется. Так, это мы не забываем улучшать. Окей, пускай улучшается. Дальше что мы там еще можем улучшать? Таблетки можем улучшать. Давай, на всю ману просто... Не, просто, ребят, не тормозим. Далее. Чё? Ну чё, давайте попробуем созвездие паролить. Как-то более, ну не знаю, дешевым образом. То есть вот командора. Нам нужен хоть какой-то уклон ей, да? Здесь у нас, кстати, 9 карточек. Здесь мы можем взять, потратить карточку и выбить что-то интересное. Крит удары жизни, это не особо интересно. Но пускай будет. Пускай будет. Здесь у нас точность. Не, давай попробуем уклон собрать четверками. Хотя бы четверками. О, пятый уклон. Слава рандому. Четвертый уклон. Окей. Или же... Не, давай пока недорого. Давай попробуем пятый выбить. Пока недорого. Ну, как-то такой стратегии будем придерживаться. Вот. Ну и сейчас тоже, в принципе, недорого. Давай попробуем пятый выбить. Четвертый сольем. Так. Но не больше десятки на героя. Так, давай. Давай, мы без доната играем, рандом. Не издевайся над нами. Опа! Смотри, бац, пятерка и четверка. Не, давай за 200 попробуем еще пятерку выбить. Хотя бы вот по 4 пятых. Опа! Ну тут уже как бы за 450, знаешь... М-
Ну, как бы, понимаете, уже герой станет круче, уже станет сильнее. То есть, ну, меньше будет на битве гильдии сливаться. Хотя, конечно, не факт, противники-то там намного сильнее моего. Так, давай вот. Третья, нет. Давай четвертую, а? Еще можем пару тысяч потратить. Крит удар, нет. Еще 1500 можем потратить. Давай. О! 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 Все! Спасибо! Спасибо! Я доволен. Вот, и как бы. И все хорошо. Все хорошо. Дальше. Ронин. Созвездие. Так, у нас 26 тысяч остается. Ронин, созвездие. Сюда тоже уклон. Хочешь, не хочешь. Давай. У нас там есть какие-то скидки. Слушай, давай попробуем, наверное, со скидкой. Смена созвездий. Окей. Смена созвездий. Смена созвездий. Смена созвездий. Смена созвездий. Так, снаряжение. Созвездие. Ну, тут уже, видишь, даже пятый уклон выбит. Давай, полетели. Пожалуйста, рандомчик, не издевайся над нами. Так, четвертый. Нет, давай пятый ловить. Четвертый. А, второй там выпал, да? О, пятый. Отлично, идем дальше. Пока что все по плану. Так, точность, не то. Уклон, уклон, уклон. Так, не то. Не то. Четвертый. Нет, давай рискнем. Идем дальше. Давай пятый. Хотя, ну, с командорой нам повезло, на самом деле. С командорой нам повезло. Так, с командорой нам повезло. Потому что сейчас, как вы видите, ну, может, из-за того, что скидку я использую. Опа! Не, все-таки нормально, нормально, нормально. Все по плану, идем дальше. Все по плану, идем дальше. Опа, отлично. Нормально, идем дальше, друзья. Так. Я говорю, лучше, ну, типа, герои так и так будут падать. Лучше созвездие паролить основным героем. У нас 4. 4 пятых уклона. Сейчас нам бы уклончик 4 хотя бы. И уже было бы хорошо. А если как командоре выпадет, вообще замечательно. И мы тогда опережаем планируемые траты бюджета нашего. Давай. Еще давай. Уклон, пожалуйста. Четвертый, пятый. Пожалуйста. Так. По идее, мы на Ронина можем еще десятку потратить. Ну, как бы. Хотелось бы в меньшую сумму уложиться. Давай дальше. О, четвертый. Ну, чё тут уже поделаешь? Давай вот так вот и оставим. Вот так вот и оставим. Тем более у нас здесь пятый уклон. Кто не видит, вот пятый уклон. И командоре. Командоре, давай все-таки попробуем карточку эту рольнуть одну. Может, тоже уклон выпадет. Жизнь, атака. Хотя фиг там. Крит, урон. Атака, ну не, пускай так, типа, эти карточки оставим уже для других героев. Ну чё, вот такое вот видео прошло, я считаю, что оно более чем удачно. Мы за 10 тысяч самоцветов собрали, я думаю, по созвездиям хорошо двух героев. А нам еще, напомню, как минимум трех собирать в ближайшее время. Потому самоцветы тратим с большой, друзья, невероятнейшей. Просто осторожностью. С вами буду прощаться. Спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Всех целую, ребятушки. И пока. Видео примерно будет около 20 минут. Все, как вы любите. И ништяки, и роллинг созвездий. И что только вот, ребята, не было. Так что всем чао. Какао.